Думали ли мы, что наступит время, когда нас будут принуждать к медицинскому вмешательству? Думали ли мы, что наступит время, когда с каждого столба за нами будут следить видеокамеры? Московская городская дума выступила, считаю, со страшной законодательной инициативой внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. В связи с этим я обратилась к депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Уважаемые депутаты, обращаюсь к вам в связи с тем, что вы будете участвовать в обсуждении и принятии закона, предложенного Московской городской думой, который, считаю, нельзя принимать, поскольку он ведет к передаче очередных полномочий из федерального ведения правительству Москвы. К созданию государства в государстве и является очередным шагом к развалу страны. 29 сентября 2021 года на своем заседании Московская городская дума приняла постановление о законодательной инициативе по внесению изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Предлагается внести изменения в статью 8.23 КОАП Российской Федерации, исключив ответственность за превышение шума для водителей автомобилей и мототранспортных средств. Правом устанавливать административную ответственность за нарушение покоя и тишины граждан с использованием автомобилей и мототранспортных средств предлагается наделить субъекты Российской Федерации. Безусловно, в первую очередь речь идет о Москве. Привлекать к ответственности предлагается в упрощенном порядке, без составления протокола. Предлагается разрешить всевозможным органам субъектов Федерации фиксировать административные правонарушения с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, фото- и кинокамер, а также шумомеров. Другими словами, следить за гражданами будут все, кому не лень. Считаю, создается своего рода государство в государстве со своими особыми органами. В данном случае созданный постановлением правительства Москвы Московской административно-дорожной инспекцией МАДИ. Еще Государственная Дума не приняла этот закон, а Мосгордума уже приняла в первом чтении по данному вопросу свои изменения в законы Москвы, наделив МАДИ совершенно, считаю, ненужный, лишний, затратный орган не только карательными полномочиями, но и полномочиями слежки за гражданами с использованием видеокамер, возможностью пользоваться персональными данными. Что, разве у полиции уже нет времени привлекать реальных нарушителей? Она все время будет отдавать привлечению граждан, мирно вышедших из-за невыносимых условий жизни, на прогулку? Убедительно прошу не поддерживать проект федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предложенный Московской городской думой.